даже не видел. С кем ему придется иметь дело, но был уверен, что выиграет. Тяжеловат Льюис на ногах. Вот в чем вся его беда в этом бою. Он опаздывает. Он плохо реагирует на цель. Он потерял скорость. Это пока что выигрывает этот раунд. Уже сейчас могу сказать, как бы ни кончился этот бой, популярность Виталия в Лос-Анджелесе обеспечена. Это недалекое будущее. Сегодня у него... Виталий, спокойно, руки на место. Пробуй. Левый прямой. Левый прямой, правый прямой. Да, такие истеричные нотки появляются в голосе Фрица Здоника. Публику захватил этот бой. Пропускает Льюис. Много ударов пропустил справа. Вот что интересно. Льюис, который, в общем-то, всегда был достаточно осторожен, сейчас принимает все на себя. Да, неприятный момент, прямо скажем. Льюис бьет снизу. Жесточайший у него удар с правой снизу. Мы помним, что было с Тайсоном после этого удара. После такого удара. И вот эта вот его тягучая, вязкая манера, которая взрывается потом мощной двухударной или одноударной даже комбинации после обмана. Но сейчас он действует очень просто. Примитивно, я бы сказал. Он хочет сломать Виталия. Лучшие годы Льюиса позади. Вот глядя на этот бой, абсолютно ясно. Все-таки 38-й год идет ему. Конец шестого раунда. Да, попал Льюис, попал по виску, попал. Виталий из последних сил цепляется за него. Льюиса травма тоже. Нос рассечен.
to your level where you want it, okay? Turn your head around. It's down to your level. You got to get on here and get it out there. This fight should be able to just wrap. Think he's ending up? I know. Should we stop it? Huh? Stop it? Somebody's... Что там происходит? Отказ? В чем дело? Откуда последовал отказ? Виталий растерян. Может быть, рефери останавливает? Да. Остановка боя рефери. В чем причина, я не знаю. Может быть, врач все-таки подсказал. Еще раз хочу повторить себя самого. Никто не знал Виталия Кличко до этого боя в Америке толком. Интерес к этому бою был так слабенький, потому что на ринге должны были встретиться два иностранца. Но после этого боя Виталий должен стать местным героем. Гарантирую вам, что вся Америка теперь будет ждать реванша. И мы с вами тоже. Надо взять себя в руки, конечно. Что там Льюис сказал? Не нужно горячиться. Понятно напряжение, понятно, что нервы сейчас как струна. Особенно у Виталия. Но нужно взять себя в руки. Этот возмущенный гул в чей адрес? Должен вам сказать, что несмотря на досаду, несмотря на то, что это решение, в общем, здорово, как бы понижает тонус болельщиков, я думаю, оно справедливо все-таки, потому что с такой травмой нельзя продолжать бой. Есть, что называется, шанс вернуть все на круги своя. Спор как бы не закончен. Вот вам, пожалуйста, доказательство. Третий раунд. Льюис попадает. Тяжелая травма, прямо скажем. И все это могло бы кончиться еще хуже, если бы это пошло дальше. After six grueling rounds of heavyweight championship boxing here at Staples Center, Los Angeles, the bout is called to an end. Referee Lou Moret, acting on the advice of Dr. Paul.